Вы слышали про колледж в Лондоне, который находится практически напротив парламента и Биг Бена? Колледж, в котором можно не только получить качественное среднее британское образование, но и жить с полным пансионом, не выходя из здания, в котором ты учишься. А если и вышел, то оказался в самом центре столицы Соединенного Королевства, на берегу реки Темзы у Вестминстерского моста. Поверьте, для колледжа в Лондоне это просто уникальный формат. У обучения в самом Лондоне бесспорно есть свои определенные преимущества над колледжами и школами, которые находятся за пределами столицы. В этом видео вместе с Марией, заместителем директора колледжа DLD London, мы обсудим некоторые из них на примере самого учебного заведения. Однако после просмотра этого видео, друзья, предлагаю пройти по ссылкам на другие выпуски, посвященные этому колледжу в Лондоне, как, например, видеоэкскурсию 360 по классам, лабораториям, мастерским, отдельный выпуск, посвященный условиям проживания в этом колледже, и даже видеоинтервью с русскоговорящими студентами. Начну с того, что это совершенно новый колледж, который был создан специально для DLD. И у нас самые замечательные условия. Прямо в центре Лондона, напротив парламента. Великолепное местоположение. Здание с самым новым оснащением. У нас множество арт-студий, научных лабораторий, студия звукозаписи. Все высокотехнологично. Огромный набор классов, оснащенных компьютерами, интерактивными досками и так далее. Мы используем технологии, чтобы сделать образование более интересным для студентов. Конечно же, студенты должны усердно работать, но у них всегда есть доступ к тому, что мы делаем вне колледжа. Это очень хорошо для наших студентов. И 50% студентов – это студенты на пансионе. Жилье также в этом здании. Колледж является круглым зданием, и мы как большой кусок торта. Каждый этаж принадлежит какой-то возрастной группе и полу. Как слои тортика, верно. И если смотреть с 17 этажа, оттуда открывается невероятный вид на Лондон. На Лондон Ай или Биг Бен. Здание замечательное. Можно ли сказать, что вы единственный колледж в центральном Лондоне, имеющий возможность размещения студентов в самом здании? Совершенно верно. Мы единственный колледж в центральном Лондоне с жильем в том же здании, что и колледж. Это очень безопасно для студентов. Им не нужно выходить из здания, пользоваться метро и так далее. Это очень приятное пространство. Они спускаются на лифте на завтрак в столовой с утра. И сразу могут приступать к урокам. То есть нет причин для опоздания на уроки? Нет, причин для опозданий нет. Проснулся, почистил зубы, принял душ, прыгнул в лифт, и ты уже в школе. Для кого-то такой расклад просто во, а для кого-то, возможно, и нет. Напишите в комментариях под видео, что вы думаете по этому поводу. Ну, я ж всего на 5 минут. На 25. Ну, Марья Ивановна, ну, пожалуйста. Еще раз опоздаешь, ищи себе другую школу. 50% ваших студентов – это студенты на пансионе. Да. И еще половина местные. Да, они местные. Студенты дневного обучения. Конечно, есть британские студенты, но также есть дети, которые переехали в Британию, так как их родители здесь работают. Когда родители находятся в Лондоне, и им нужен колледж для их детей. А насколько колледж интернационален? Сколько у вас национальностей? В DLD 52 национальности. Ого! Очень многонациональный. Если попросите меня назвать сейчас 20 стран, я не смогу вот так сразу. А у вас 52. Невероятно. Но здесь очень хорошая атмосфера. Я недавно проводила опрос среди студентов. И одна вещь, которую все подтвердили, 90% случаев, это то, что они научились принимать людей с различными культурными особенностями. И на мой взгляд, это очень важно. Очень важно. Что мы стараемся сделать, это подготовить лидеров для нашего будущего. И мы все чаще видим, что сейчас образование готовит детей к жизни в глобальном смысле. Для нас важно развитие наших студентов. Также
дать им это чувство лидерства и понимание культурного разнообразия. Потому что так много национальностей учатся в колледже. Возможно, они также строят эти отношения и дружбу на будущее, не так ли? Совершенно верно. Все они становятся успешными людьми. Точно. Установление контактов также очень важно. Нетворкинг. Уже с этой ступени совершенно верно. Мы призываем студентов к этому. Одно из преимуществ обучения в Лондоне – это многонациональность как самого города, так и учебных заведений, расположенных в нем. К нам в Мориаде бывает обращаются клиенты с просьбой выбрать учебное заведение для их детей, где учились бы одни англичане и было бы как можно меньше иностранцев. Как правило, у подобного запроса нет долгосрочных целей или какой-то веской убедительной причины. Если будет интересно узнать почему, поделюсь с вами уже при личном знакомстве во время вашей бесплатной консультации. А пока смотрим дальше. Вы находитесь в центре Лондона. Не могли бы вы затронуть тему безопасности? Потому что для большинства родителей, которые отправляют своих детей учиться так далеко, это одна из самых важных тем. И я это понимаю. У нас очень тщательный контроль безопасности. У каждого студента есть карточка, которая дает нам понять, где находится студент, в колледже или нет. И они регистрируются на каждом уроке с помощью этой карточки, и мы тут же можем сказать, где находится студент. Посещаемость также контролируется. Да, верно. Пунктуальность и так далее. Студенты, которым больше 16, могут выходить из колледжа днем в свое свободное время. Мы их побуждаем выходить, чтобы пофотографироваться, посетить выставку и так далее. Но так как мы выстраиваем со студентами доверительные отношения, то мы всегда в контакте с ними по телефону или еще как-то. Если студенты на пансионе уходят, то мы всегда знаем куда и всегда можем с ними связаться. Это безопасно, и у нас в этом плане хорошая репутация. Мы еще не потеряли ни одного студента. Лондон – это безопасное место. Думаю, что это одна из самых безопасных столиц в Европе. Да, у нас также есть вводная неделя, на которой мы рассказываем студентам, что не стоит делать. Да, чего не стоит делать. Совершенно верно. Знаете, я думаю, что одним из важнейших плюсов обучения в Лондоне, в том числе центральном, это то, что все под рукой. В общем-то, в шаговой доступности. Потому что я знаю множество школ, которые организуют поездки с классами, чтобы посмотреть, как политики работают в парламенте. А вы можете просто перейти дорогу. Совершенно верно. Или ваши студенты ходят на выставки искусств и так далее. Да, нескончаемые возможности. Нескончаемые. Действительно, мы считаем Лондон еще одним нашим классом. Потому что мы в самом центре событий. Это отличное сравнение. Да, да, на каждом предмете организовываются специальные экскурсии в Лондон. Всегда есть что-то важное, что стоит увидеть, что является продолжением того, чем студенты занимались на уроке. Им очень важно знать, что происходит вокруг. Например, мы изучаем со студентами бизнес. И неважно, это A-level или B-tech, студентам важно пойти и увидеть, как все устроено в реальной жизни. В реальном мире. Да, у нас проходит множество экскурсий, и научных в том числе. Также мы ездим за границу. Потому что мы считаем, что это хорошо для студентов, особенно для тех, которые, возможно, приехали издалека. Они не всегда понимают разницу между разными европейскими странами. Они их видят какой-то одной похожей территорией. Но все страны очень своеобразны. Это еще одна возможность открыть для себя новые культуры, что-то попробовать в очень безопасной среде. У вас действительно есть все. Помогая нашим клиентам, клиентам Мориаде, не только с выбором и поступлением в школы и колледжи Англии, но и с выбором и оформлением в топовые британские вузы, помогая уже более 15 лет, мы прекрасно знаем, что для успешного поступления просто хороших академических показателей мало. Чем больше пунктов в резюме у кандидата на поступление, выходящих за рамки просто академической программы, тем больше шансов.
Возможности и инфраструктура самого учебного заведения и того, что находится рядом с ним, способствуют накоплению этих пунктов. Как Мэри сказала, Лондон – это одна из наших классных комнат. Однако у обучения в Лондоне есть свои определенные недостатки, которые подходят не всем молодым людям. Если будет интересно, обсудим уже детали при нашем личном знакомстве. Напоминаю, подсказки того, как можно связаться с нами, будут в описании под видео. До скорых встреч, друзья. Пока. Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. Study Tube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. Travel Tube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее.